Они сумели сохранить и пронести через века свои главные духовные ценности – традиции, религию, национальную культуру. Народ с древнейшей историей, предприимчивый и трудолюбивый, талантливый, находчивый и гостеприимный – это армяне. Насчитывается более 11 миллионов армян. В России проживает свыше миллиона. В Самарской области более 23 тысяч. Есть хорошая пословица, говорит, хотите распознавать, узнавать народ, посмотрите в душу народа. Это искусство. То есть с искусством мы воспитываем этнических армян самарских, как в духе армянства, скажем так. Самое ценное в нашей многонациональной стране, в России, это как раз и национальная культура, который надо беречь, сохранять и передать потомкам. В национальной культуре Армении удивительным образом сплелись черты восточных и западных цивилизаций. Одна из главных ценностей – это семья. Старшее поколение уважают и почитают, детей называют благословением свыше. Армянская семья, она традиционная семья. Мы любим чтить наши традиции, обычаи. Они как носят национальный характер, так и церковный. Поэтому вот мы очень большое значение придаем здоровой и полезной семье. В семье зарождается здоровое общество. Если в данной семье царит атмосфера любви, взаимоуважения, преданности, то и, соответственно, в обществе данная атмосфера передается обществу. Считается, что армяне – первая нация, которая приняла христианство в качестве государственной религии. Это произошло в 301 году. Религиозность является частью самосознания армян. Церковь влияет на обычаи и традиции народа. Сразу после того, как Армения приняла христианство, появилось искусство создания крест-камней. Это уникальный символ, которого нет ни в одной другой стране мира. Хачкары – от армянского «хач» – крест и «кар» – камень. Важной вехой в развитии культуры стало создание в 405 году Месропом Маштоцем армян алфавита и национальной письменности. Первая книга, которую Маштоц перевел на родной язык, была Библия. Ежегодно армянская община Самары отмечает Международный день родного языка. Мы считаем, что родной язык – это один из важных компонентов нашей армянской культуры. И мы обязаны бережно сохранить и передать молодому поколению. И это, нам кажется, что это относится не только к армянскому народу, но и ко всем народам, которые проживают в Российской Федерации. Место, где армянин чувствует себя в безопасности, это его дом. Или, как говорят сами армяне, аджах. Представители этого народа любят демонстрировать свой достаток. Розовый туф – визитная карточка армянских домов, олицетворение основательности, долговечности и красоты. В Армении есть природный камень, туф, только в Армении есть. И из-за того, что в Ереване практически все дома из розового туфа, Ереван иногда называют розовый город. Дом зажиточный, потому что у нас в доме есть мебель из каракача. У нас еще есть напольные настенные ковры, и орнаменты на ковре раньше верили, что оберегали от злых глаз. Традиционными бытовыми занятиями армян всегда были ткачество и ковроделие, кружевоплетение, ювелирная техника, создание и украшение домашней утвари. Развиваясь, эти народные промыслы переросли в национальное декоративно-прикладное искусство. Ковры – один из самых необходимых в быту армян предметов. Армянские мастера орнамента старались не повторять одну и ту же работу. Ярко украшены орнаментом и национальные армянские костюмы. Традиционная одежда – тарас. Женщины носили шаровары, рубашку, поверх надевали платье или кафтан – передник. Только замужние женщины носили передники. И вот это специально для того, чтобы легче было кормить ребенка. У нас орнаменты свои, именно армянские орнаменты. Там есть гранат, виноград и такие бесконечные знаки, которые только присутствуют в армянском костюме. У нас такие, как свадебные, такие шикарные костюмы, которые носили на каждый день. И вот эти костюмы тоже шили в Армении и привезли оттуда. И вот это все вручную они делали.
Мужской костюм состоял из рубашки, шаровар и кафтана, на которой надевали чуху, черкеску из овечьей шерсти ниже колена. Одежду армян традиционно красного, желтого, синего или фиолетового цвета. На голову надевали шапочку, арахчи. Чтобы показать богатство, ее и пояс украшали золотыми монетами. А когда все нарядились, самое время приглашать гостей. Застолье – неотъемлемая часть армянского гостеприимства. Местные блюда включают в себя большое количество овощей, фруктов, специй. Одним из наиболее известных блюд является лаваш – традиционный армянский хлеб, приготовленный в домашних условиях. В Армении вообще есть два вида хлеба – лаваш и матнакаш. Лаваш – это тонко раскатанное тесто, а матнакаш переводится как растянутый пальцами. Пекут они в тандыре. За раз могут делать 400 штук, хранится до 6 месяцев. Потом накроют полотенце, если понадобится, побрызгают немножко теплой водой и используют. Виноделие в Армении тоже очень сильно развито, потому что в Араратской долине растет более 400 сортов винограда. Наш символ – гранат, который символизирует благополучие и богатство. Разные горшки, где хранились разные продукты. Здесь у нас разные соления, варенья, компоты. Армяне считают, чем чаще накрывается стол для совместной трапезы, тем больше благословений человек получает свыше. Я знаю, что они очень любят жить большим домом, несколько поколений. Потом гостеприимство. Я не однажды бывала в столице, в Ереване, и хочу сказать, что это очень добропорядочные, очень гостеприимные. И соблюдая свои традиции, они, как сказать, даже не отпускают людей, а вот дарят им свою любовь, свое тепло. И хотят передать вот те чувства и всю любовь армянского народа. И, конечно, чувства народа ярко выражают национальные танцы. Один из известных – кочари. Он связан с культом овна, коч, в переводе с тюркского – баран. Движения танцоров повторяют бадание животного. Первым встает мужчина с платком в руке и взмахивает им, обозначая смену фигуры. В каждом регионе был свой кочари. Где-то он считался более воинственным и исполнялся мужчинами перед битвой или после победы. А в других местах кочари связывали с надеждой на плодородие, поэтому движения были более плавными. Природные мотивы часто можно увидеть в национальных танцах. Мы будем танцевать танец под названием «Оливковое дерево». У нас очень трепетно тоже относится к этому дереву в Армении. Мы очень как бы ему придаем национальный смысл. Есть очень армянский известный танец, это «Берт» называется, где коллектив танцует, и мальчики, и девочки танцуют. И есть момент, когда мальчики выстраивают крепость. «Берт» это на русском означает «крепость». И получается в 2-3 ряда даже друг на друга выстраиваются, на плечи друг другу ноги кладут, поднимаются, и происходит как бы танец. Свои обычаи, традиции, да, искусство. И этим многообразием не делает слабее, а наоборот сильнее. Наша задача – сплотить все народы Самарской области. Соответственно, это наша вся семья. Помнить историю, встречать радушно гостя, гордиться своей культурой. Так и живет, продолжая славные традиции предков, гордый армянский народ.